Ничего они мне не обследовали с первого раза вообще. Сразу начали делать процедуру. Какое-то испанское средство вдоль позвоночника, укольчики. Угу. Вот эти две процедуры получилось. И то одна процедура, одна забор ДНК. Не говорят мне, что я буду кредитоваться. Ни единого слова не произнесли про кредитование. Сразу оформляют их и документы, договоры изначально их на услуги, опись услуг, не показывают, не ставят известно, что будут делать, что будут предлагать. Совершенно. Там большой перечень на 70 тысяч. И по абонементу у вас 70 тысяч. А по розничному у меня 100. 26-го, после первого платежа, у меня первый платеж пройдет, а 26-го я должна уже к нему прийти для расторжения.